Обстановку в Арабской Республике обсуждали накануне на заседании Совета Безопасности ООН. Представитель Сирии Башар Джафари заявил, что западная коалиция во главе с США и формирование, которое она поддерживает, приостановили операцию по освобождению Раки от террористов и перебросили силы Дейр-эз-Зору. По словам дипломата, это сделано, чтобы не дать сирийским войскам взять город под полный контроль. Ранее глава МИДа Ирана, который сейчас также находится в Нью-Йорке, заявил, что для Вашингтона важнее ограничить влияние Дамаска, чем победить террористов. В свою очередь, постпред нашей страны при ООН Василий Небензя призвал не заигрывать с террористами и не мешать преследованию и разгрому боевиков, которые могут поднять голову.